Всем привет! Продолжаем гулять по сюжетам и мифам. Сегодня я хотел вам познакомить с Немезидой, или Немесида, как это называют еще. По античным мифам Немесида – богиня возмездия, мстительница за содеянное зло и попорную справедливость. Часто изображается крылатой, с мечом в руке, и иногда с песочными часами, отсчитывающими минуты, или весами, на которых взвешивали добрые и злые деяния. Это крылатая богиня, возмездие, карающее за нарушение общественных и нравственных порядков. Имя означает «возмездие». Ряд мифов называют Немезиду матерью Елены от Зевса. Есть храм Немезиды – Рамнунте. Очень много картин, посвященных Немезиде. В Древнем Риме была почитаемая в армии и считалась покровительницей гладиаторов. В честь Немезиды назван астероид, кстати, который открыли в 1872 году. И звезда, которая сопутствует Солнцу. Ну вот, собственно говоря, и все, что можно рассказать о Немезиде. Кратенько так. Древнегреческие мифологии, крылатая богиня возмездия, карающая за нарушение общественных и нравственных порядков. Посмотрите, пожалуйста, картинки, скульптуры. Всем пока, всем привет, до свидания.